Я рада, что вы сегодня действительно от всего сердца, наверное, пришли к нам в школу. Поэтому наша школа рада приветствовать вас. Приходите к нам почаще. Мы всегда будем рады вас видеть. Спасибо. За тенью твоей хожу я в каждом дыхании. Каждому из вас хочется уделить хотя бы несколько кадров, но где найти такую фотопленку, которая смогла бы вместить всех вас? Не обижайтесь на нас за то, что мы выбрали для нашего фотоальбома жанр коллективного портрета, ведь в нем вы увидите себя, своих учителей. И когда вы сюда идете, вы всегда рассчитываете на то, что увидите знакомые лица, а потом уже и, может быть, своих знакомых старых учителей. Мы любим вас, как всегда любили. И желаем вам огромнейшего человеческого счастья, успехов во всем. Пусть добродетель всегда будет с вами, а наше сердце всю жизнь с вами. Нам дороги полоса дарит, и мы легко останемся с тобой. Тем выпускникам, которые окончили школу в прошлом году. Я безумно рада сегодня вас видеть, повзрослевшими, красивыми. Я скажу вам, чтобы вы знали, мне взял тоже очень плохо. Жалко. Я очень рада за вас. Я рада за то, что вы уже на пути к своей цели, что они все студенты Витебска, Минска и даже Москвы. Как хорошо под нами на крыло.
Что-то вам желала.
Девочки наши рыдали, потому что они уходили со школы. Девочки 10 класса рыдали, потому что уходили наши мальчики. Мальчики скромно стояли, потому что им рыдать было просто невозможно. Я не рыдала, потому что меня мама Виталика Прудникова накормила валерьянкой. Я очень рада, дети мои, что я вас вот жизнь свела по жизни, меня с вами. Я пришла после университета «Зеленая», и меня Земфира Павловна привела в тогдашний 7-й А-класс, а мы 7-й А-класс, 7-й, мы потом перескочили через год. А я боялась, потому что у вас была очень замечательная классная руководительница Инна Петровна, и мне было страшно. И я искала к вам подход, ну и как-то более-менее находила, потому что я помню, вы враждовали с 9-м К-классом, у вас тогда было 9. Прошло 50, и вы помудрили, и жизнь принеслась, улетела куда-то. В душе вы все те же, как прежде, большие, смешные ребята. Выпуск 1967 года. Самые молодые юбиляры. 50 лет. Аплодисменты. Наша школа первая называлась номер 56. Это было тогда ленинградское отделение железной дороги, и школа была железнодорожная. Потом стала белорусская железная дорога, школа стала номер 35. И теперь она 14. Вот. Мы оканчивали в этой школе. Значит, деревянная школа, Семилетка была 14-я неполная, потом неполная средняя школа. 14-я неполная средняя школа. В 63-м году построили это прекрасное здание, и мы нажили. Просто спасибо за такой дворец науки. Училось у нас тогда очень много, 1200 человек. 1200 человек. Вот. Учителя были очень хорошие люди. И я сегодня вместе со своим одноклассником хочу сказать спасибо им и низкий поклон, что они из нас сделали, то есть огранили алмаз. Это их работа с ювелиром. И кто на эту работу пошел? Это очень мощные люди. Попробую воспитаю вас сделать хороших людей. Через 2 года, в 2019 году, в нашей школе будет сколько лет? 100. О! Надеюсь, к этому дню будет музей. А для музея собрали здесь диск. Именно по западу. Вообще, наша западная великолепный район, мне кажется. А чем? Во-первых, мы удалены, мы слабо подвержены западному влиянию были. И нам были проще, у нас были проще отношения. Все друг друга знали, как деревню всю на виду. Вот отчасти такое вот и дала нам возможность пройти положение нормального. У вас 50 нет, ну поставьте мы еще. И 60 поставьте, мы придем. Наш оптимизм доведет до 60. К сожалению, учителей тех, кто нам путевку дал, нет. Мы их помним. Я только назову двоих. Наш первый учительница Лидия Нищина, Ульяна, Царство Небесное. И Романовская Просветительная, это наша. Здесь прозвучала Земфира Павловна, передавала эстафету. Вот она нас тоже учила. Хочется пожелать преподавателям терпения, оптимизма, прибытку в каждую кишень. Благодарности от самых неблагодарных учеников, пускай не поступит даже через 10 лет. А это будет обязательно. Всех благ. Ну, а выпускникам терпения. Не порывать связи, здоровья всем, естественно, и не порывать связи с нашей родной школой.
каждого.